Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня Дима у нас пробует вот такую вот окрошку, очень-очень вкусную. Предыдущий ролик можете посмотреть, как мы ее готовили. Вот на таком квасе. Квасу, квасе. Да, Димуль? Пробуем? Лайк ставьте, да. Не забывайте. Подписывайтесь, да? Да. Так. Ну, сыночка, пробуем. Ваша окрошка, Дмитрий Евгеньевич. Окрошка подана. А что бульончик ты там добавил совсем? Это квас я тебе добавила. Квас совсем не нужен. Так нужно. Это же окрошка. Она делается с квасом. Ну как? Съедобно? Да ладно. Ну, несъедобно. Фу. Какой-то квас папа купил какой-то. Какой? Не кусай. Квас папа купил. Не кусай. Да ладно. Ароматный очень. Пробуй, пробуй, раз пробуешь. Всё, все вместе. Яичко, картошка, помидорка, все твоя любимая там. Любимая? А кубики спыхались. Кубики раскрыфались. Все. Что они сделали? Раскрыфались? Да, все. В смысле раскрыфались? Какой ароматный. Класс такой. Облизал то. Дима облизал. Яичко. Хочешь утонуть, хочешь? Там в воде ты утонуть, хочешь? Нет. Девайца. 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 Пайца. Девайца. Девайца. Пайца.
Митта и Геннис. Да-да. Наелся. Ты же целую чашку так уж съедаешь. Наелся? Да. Вот тебе. Так я ж лопну. Что делать будешь потом? Вниз. Да ешь хотя бы огурчик или помидорки. Да есть. Угу. Да. Не руками. И тоже? Нет, можешь не есть. Есть. Это не обязательно. Обязательно сыл. Обязательно сыл. Как обалденно вкусно. Все-таки с колбасой гораздо вкуснее. С курицей было бы не так жевать. Витька, Витька. Наелся. Быстро вы, Дмитрий Евгеньевич, накушались. Что, сослопну яйца. А яичко-то доел? Нет. Нет? Нет. Все, сослопну, все, лопну. Пну. Ну, знаешь, лопнешь, что ж теперь? Что-то ты прям наелся. Сегодня мы вообще с тобой почти не ели. С утра ездили в поликлинику, манту показывали. Дима выпил стакан молока козьего. В обед приехали, съели по 3 блинчика. Да. Только 3 блинчика. Съели, и все. Ты! Сейчас вот наступил ужин. Да? Дима спать лег поздно, вижу уже так 5 часа. Часик поспал, проснулся, вот пока готовили. Съелся, съелся. Это тебе оставила на золото, тебе. А что еще будешь есть? Буду есть банан. Банан? Да, да. Так у тебя, значит, место там есть? Нет. М? Нет. Нету? Нету. А как же банан поместится? Что тут записки такие? Записки? А бутерброд с маслом, сыром? Буду. Тоже. Будешь? Ты же наелся, ну, буду, буду, будешь? Буду, буду. Ну, даешь хотя бы чуть-чуть буду, там тогда. Буду. Интересный такой наелся, сейчас лопну. Зачем? Чуть-чуть даешь. Ну, яичко хотя бы даешь там? Ты вообще ничего не съел. Где? Руками? Ешь руками. Руками. Яичко где? Ищи. Это. Капуса, соуса. Тю-т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 ю
Я. Что, тебе окрошка не понравилась, что ли? Нет. Нет? А завтра ты ее будешь есть? Я тебе оставлю на завтра. Тебе. Да ладно. Ну вот. Яичко! Ура! Какая вкуснятина. Такая вкуснячая. Угу. Тебе не понравилось? Такая вкус.
все ее любят. Дай мне, банан, пожалуйста. Дай банан, пожалуйста. Ты бросил поесть сначала? Сначала давай. Дай. Давай мне тебе, давай. Угу. Дай, если не даешь, Даша. Только сюда не клади только. Почему? Нельзя. Почему нельзя? Ну, тарелку другую. Другую тарелку. Чуть-чуть тарелку? Да. Дай. Ну, что ты там руками висишь? Огурцы. Ешь давай. Что там тебе помочь? Короче, такая у нас была проба с Димочкой. Окрошки, Дима, не понравилось тебе, да? Да. Ну, так вот бывает иногда, что что-то не нравится ребенку. Но вообще у нас все ядные, любят прямо все-все. Ну, как и арбуз, наверное, первый раз всем тоже не очень понравился. Или маслины, а потом распробовали. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дима, лайки. Вот, пишите чистые комментарии. И всем пока-пока. Чистые, а не лайки, чистые.